Так, всем добрый день. Сегодня у нас очередная распаковка. На этот раз планшет Intus, графический планшет. Так, ну и это Intus Pen Small. Есть еще Intel Pen Small Touch. Это с тачпадом непосредственно на поверхности самого планшета. Ну и еще добавляется ластик на ручке. То есть здесь ластика на ручке нету с обратной стороны. Так, ну и в настоящее время, то есть идет данные же планшеты, только немножко другой стилистики, более современные. Это KTL 480 Stainless. А сейчас идет 490 серия. Ну, принцип тот же самый. Единственное, здесь кое-что изменили. То есть точки, кнопки 4 штуки, которые можно задать по умолчанию взаимодействие с различными программами. То есть здесь они пластиковые, а в настоящих резиновые. Ну, то есть в новых резиновые. Так, ну и что из себя представляет? Вот такая вот упаковка стандартная. На обратной стороне характеристики. То есть в первую очередь предназначен для ноутбуков. То есть можно делать различные наброски, рисовать. Дополнительным аксессуаром, который покупается, это Wi-Fi модуль, чтобы исключить проводную. То есть можно при помощи него осуществлять передачу данных с планшета непосредственно в компьютер. Так, ну и чувствительность нажатия наконечника — это 1024. Само перо без батареек. Так, ну и клавиши 4 я уже говорил. То есть дополнительные аксессуары можно купить. Тонкий дизайн, сменный держатель пера и цветное кольцо, придание индивидуальности. Так, есть перья в запасе. Габаритные размеры 210 на 178 на 10 мм. Ну и рабочая область, в которой вы можете отрисовывать объекты с планшета, это 152 на 95 мм. Ну, то есть этот планшет графический начального уровня и предназначен для того, чтобы предварительно оценить, нужен вам планшет графический или не нужен в своей работе. То есть есть версии Pro, то есть, ну и взаимодействует с Windows и macOS. Так, ну открываем. То есть здесь просто дизайн упаковки такой же, как у Apple, то есть с различными приветствиями. Так, ну и внутри вот находится у нас ручка, которая упакована. То есть есть кнопки, как на мышке. Синее кольцо, которое меняется на черное. Сам грифель. То есть здесь батареек нету внутри. Вот такая вот ручка. Так, дальше сам планшет упакованный. Так, чуть попозже его откроем. Дальше кабель подключения USB. То есть непосредственно планшет и непосредственно к
компьютер, ну или ноутбук. Ну и также здесь присутствует диск драйверов. Для Windows, для Mac OS. Ну, лучше скачивать с официального сайта. Ну и вот запасные, так называемые, держатели ручки черного цвета. И вот непосредственно на ручку черное кольцо, если вам не устраивает синее. Так, документация на нескольких языках, в том числе на русском. То есть все находится в этой коробочке инструкции. Плюс, скорее всего, там лежит полная инструкция. Так, ну и возвращаемся непосредственно к планшету. То есть вот он. С обратной стороны. Дальше здесь вот устанавливается датчик, ну и хранится приемник. Так, здесь в отсеке находится грифельный удалитель. Можно удалять грифель. И можно заменить, то есть ручкой держатель, то есть сюда вставляется. Ну и в таком состоянии хранится, пока не используется. Так, ну и на обратной стороне, то есть присутствуют грифели сменные в количестве 3 штук. Ну и 4 непосредственно у самой ручки для замены. Также их можно докупать, если вы быстро расходуете их, и грифель у вас приходит в негодность. Так, здесь у нас отсек для приемника, ну, вернее, не приемника, а для испускателя волн и датчик, который непосредственно крепится в компьютер, а здесь просто он хранится. Он достается, накладывается и хранится. А здесь передатчик. Так, и здесь же располагается аккумулятор, который заряжается до USB, ну, от USB, ну и в течение там определенного времени, по-моему, до 5 часов, можно использовать этот планшет в беспроводном исполнении. Так, ну, закроем. Вот области, в которой действует эта ручка. Ну и также кнопки, которые назначаемые. Так, ну и сейчас посмотрим. Как при помощи этого графического планшета работать в некоторых редакторах. Смотрим. Так, ну давайте подключим планшет Vacuum. Компьютеру. Так, ну это я вот уже ввожу на планшете. Вот нажимаю правую клавишу. Вернее, клавишу верхнюю. Так, и откроем программное обеспечение.
Ну вот, как видим, здесь можно настраивать перо, то есть как вы хотите, чтобы осуществлялось действие. Настроить кнопки можно 4. Дальше показывается, как отображается. Так, ну и экранное управление задать можно. Так, ну это стандартное программное обеспечение. Ну давайте откроем какой-нибудь редактор. Например, это.
Так, ну и вот все, что хотели показать в данном видео, то есть принцип работы и распаковки графического планшета фирмы Wacom, считается самый лучший по исполнению, ну и удобству. Планшет начального уровня, чтобы примериться вам, стоит ли вам докупать в дальнейшем другие версии, в том числе и Pro, ну, которые уже функциональные возможности намного выше, чем вот в данном планшете. То есть это только для начального уровня. Так, ну, всем спасибо за внимание. Кому было полезно, до новых встреч, до новых распаковок. До свидания.